Еще в одном доме семейного типа означили новоселье. Ключи от коттеджа отримала шматдетная семья Чечуновых у поселку Белое Дрибинского района. Первыми помешивали новоселов шефы, представники управления эдукации, банков, районной администрации, а так само доброчинного фонда из Италии. На новоселье завитали и наши корреспонденты. О, молодец, хорошо режь. Давай еще полоску отрежу. Хвалюючий момент. Великая семья отримала прописку у двухповерховом доме. Наташа, Ваня, Оля, наша самая маленькая, Лиана. Сколько детей у вас? Это надо посчитать. У Івана і Наталі на вихованні, окрім свого дитяті, п'ятеро прийомних. А до їх на свята є ще і родні брати і сестри приїхали, але місця хопить усім. А тут зал, просто дивиться телевізор, ну, другий раз і граю тут теж. Ну, хто тут, хто наверху, коротше, хто де. Шумно? Ну, не сказати би, що шумно, ну, весело. У домі є своя міні-пральня, міні-станція, обіжалі звіння води, спортивна зала, кухня. Здесь у нас находится столовая, то есть дети питаются или праздники какие, значит, отмечать именно здесь будем. Кухня отдельно, говорится, но... Ну, на кухне у нас готовить. Особные покои для девчонок и хлопчиков. Есть и покои, где дети робят уроки. Здесь вот у нас комната девочек. Здесь у нас проживают, так сказать, Наташа, Кристина, Оля. Девочки, как говорится, помощницы. Где-то немножко помогут. Ну, не то, что немножко, и за порядком у нас следят, и приберут. Хотя у нас и мальчики тоже аккуратные. Супруги кажут, что завсёды марли про великую семью. Узять на выхование детей их попросил сын Артем. На семейном совете вырешили так и зарабить. Так веселее, потому что одному скучно, не с кем побаловаться, поиграть. А так, когда много, есть с кем поиграть, побаловаться. У дом до Чечуновых и в рамках акции «Наши дети» завитали гости с добрыми пожеланиями и подарками. Мы с 1998 года связаны с Беларусью. Вначале это было только приглашение белорусских детей в Италию. Затем мы познакомились с белорусскими семьями, мы стали дружить. И все это время поддерживаем связь и при необходимости оказываем помощь белорусским детям. Я думаю, это стабильная семья, которая в последующем еще даст путевку жизни не только этим детям. Для Могилевской области этой семейный дом 54-й. У початку наступного года еще один плануется открыть у Бобруйском районе. Наталья Ильинич, Денис Бутылин, Новин регион.